матроски. Вот, поэтому там все реально, и там есть отдельный корпус тубанарий. Вот, то есть ничего удивительного. Вот с тубика, с больными туберкулезом, мы флюорографию, когда в лагере делали, вот с двоими, вот два человека, которых вывезли, потом с тубиком, прям реально, по результатам флюорографии, я вот так общался, слава богу, ничего не подхватил. Ну, то есть просто, ты же, а за ними народ там бычки закуривал, полотряда. Вот, то есть, ничего, кипятильники для чего используют? У тебя тоже туп был, пиздец. На Б сидел, я в разных местах, я и на спецблоке сидел для особо опасных. Психолог, врачи ходят, на осмотре, на утреннем врачи ко всем, ходят по всем, на проверку ты выходишь, и врачи со всеми разговаривают. Тюрьма, старушка, дай погремушку не по-старской. Да, да, это да. Вот. Поэтому карточки на всех также, доктора приходят, карточку на всех заводят, это нормально. Приветов в супе, да хер его знает. Ну, то есть, баландеров, долбоебов хватает. Ну, баландеры, это же эти, хозбандиты, они такие, то есть. Ну, они, то есть, там можно потом как-нибудь выловить этого баландера ему. Ну, идешь когда на прогулку, с прогулки увидел. У нас тоже, у нас, знаете, про который плевал. У нас что было? У нас один баландер, пидорас. Что делал? Там два крана, две трубы с водой, холодная и горячая. Бля, или не было у нас горячей воды. Короче, кран с водой нам перекрывал, скотина, за то, что он там что-то как-то еду не так дал, еще что-то. Ему один там сокамерник взял, вскипятил кружку и говорит там, так, ну, руку не видно в кормовую окно, его... Слышь, иди сюда, тут скажу что-то. Вот нагибается, он ему прям кипятком в него прыснул. И он нам, скотина, отрубал этот, воду перекрывал. И мы без воды полдня, там, пока достучишься, там, включить его, они говорят, вода есть у всех. А у нас просто вентиль был на камеру, прям за камерой. И вот этот гондон, когда баланду развозили, постоянно нам перекрывал воду. Поэтому, ну, баландер, что у него, сущность, он может гадость сделать? Сделал. Вот, ему, может, не нравилась популярность Эрика, еще что-то, тачки его. Может, он фанат Мерседесов, а Эрик скажет, что Мерседес говно. Хрен его знает, что там, от кого он там привет передавал. То, что следствию нахрен не нужны подозреваемые по уголовным делам, которые они ведут, вообще не нужны. На меня хорошо тюрьма повлияла. Вот. То есть там свой, абсолютно свой мир, который, ну, вот такой, то есть это не свобода, ну, тюрьма, ё-моё, да, там, и то, что дело возбуждено по поводу угрозы журналисту, ну, а что, угрожали же, какая-то опять кучка долбоёбов, вот кто-то тут пишет комменты, а и такие же долбоёбы там писали комменты журналисту. Типа, тебя замочим, это правильно сделал, что написал заявление. Абсолютно правильно сделал. Я в тюрьме, ну не сказать, что много дрался, но дрался. Когда надо, надо просто четко понимать, что да, будут даже убивать, если, то надо драться до последнего. Все, свалили, побили. Ну что, ну что страшного, ну кого не били? Ну там, закрылся так по возможности. Чтоб зубы не выбили, там, глаза, но, ну, там, лицо, башка, там, понятно, насколько смог. Со счета еду заказ неудобно. Мне сразу, я попросил жену, мне перевели денег на счет, я задолбался. Там раз в две недели приносят этот список, что можно заказать. А вот. Коваленко, знаете, я не знаю, я смеюсь, что он сидит и ржет теперь. Коваленко... Вот в передаче «Прямой эфир» нельзя взять, посадить какого-то дегенерата в погонах и сказать, говори вот так, веди себя вот так.
невозможно. То есть он выглядел абсолютно естественно, и мне понравилось, как он выглядел, честно вам могу сказать. То есть понятно, что с Эрика там обрезали все эпизоды, то есть он говорит про то, что у полиции нет быстрых машин, чтобы догонять быстрые тачки, а там монтируют, что типа хрен догоните. Вот. Я Коваленко никак не, я его знать не знаю. Я уверен, что он там человек на своем месте, оказавшийся вот так, как дослужился. Все, то есть он работает. Я слышал хороших много от него отзывов. То есть, ну, от Эрика слышал вот какие-то это. Но это все такие слухи. То есть, понятно, воюют всегда. То есть про каждого человека можно найти два диаметрально противоположных зрения. Вот. Я по какой-то сидел. Поэтому по ролику... Я вот прямой эфир по России, телеканалу. То есть, конечно, Эрика там выставили таким дебилом, мажором и так далее. То есть, прям смонтировали за длительный период, вот по кусочечкам, всякую ерунду. Ну, то есть, это можно... Это журналисты умеют делать. Понятно, что не позвали никого, ни Жорина там, Чугунова, сделали все по-своему, но Коваленко, ну невозможно неадекватного человека, глупого, плохого там офицера такого, который не на своем месте, вот все, что там про него рассказывают, невозможно так научить себя вести на камеру. Ну, то есть он выглядел реально достаточно гармонично и здраво, и неплохо. Мне прям реально было, вот я посмотрел, думаю, блин, нормально у нас, клёвый у нас начальник ГАИ. Я, что я знаю, я дело не читал, поэтому я не могу считать его сфабрикованным. Помню видео, да, как бы. Вот. Да не, ну тоже же, то есть дыма без огня не бывает. Вот, вопрос в том, что самое... Не петушат, кстати. Я это точно знаю. То есть там как бы это самое. Я с одними такими это там, они кого-то там хотели запетушить. Я говорю, слушай, объясни мне. Ну, типа, ты его не пидорас, а он пидорас. Я говорю, это понятно, я все по понятиям все понимаю, что да как. Ну, говорю, тебе должно быть стыдно, говорю, за такое поведение. А вот, ну и как-то он так это, послушался меня, говорит, да, чё-то я. Но я сел по делу, ну не потому. Ну, то есть, как бы, если я так объяснить, то есть, я не просто так там оказался, но, естественно, то, что мне там вменяли, это, конечно, херня полная. Ну, если я, как бы, сознался в ней, это потому что, ну, я, опять же, дым без огня не бывает. Это не просто так. Правоохранительные органы работают слаженно, хорошо, грамотно, молодцы. Год и семь я сидел. Вот. Поэтому в жопу шланг ставить и воду включить. Ёб вашу налево. Косяки, ну вот, ну как? Не, ну так. Так, глобально в том все и дело, что не было. Но глупо спорить с системой, когда ты не святой, а... Ему сейчас морально... Послушайте, тут давайте тогда так. Вот знаете мне, вот чем аудитория Эрика убивает? Это вот когда надо Путину писать, только он поможет. Что ему помогать? В чем? Следствие разберется в деле, в конкретном, а то это условия содержания там, это есть тоже, кто этим занимается. Мы, если Эрика убьют, мы все за вилы возьмем. Кто вы возьмется там, кто за какие вилы? Чугунов зазывал всех в день ареста на это самое, к Тверскому суду пришло 2,5 калеки. Хуйню там, ну то есть вот аудитория, которая... сломают его там, ему сейчас морально тяжело, послушай, ему морально тяжело, безусловно, тюрьма это не это самое, но он же говорил, я готов, я пойду до конца, ну, говорил же, я придумываю что-то, или он говорил вот в камеру на всю аудиторию, что я пойду до конца.
Мне ничто не страшно. То есть я уверен, что сейчас Эрик проверит всех своих друзей и знакомых, кто во что горазд, на что способен и кто чего стоит. Это раз. Второе, он, видимо, что-то другое имел в виду. Красавцевы. Вот, дальше. Он как-то поведет. Он же как-то себя ведет. Ну да, я дерущегося Эрика тоже не представляю себе. Как-то же он себя ведет в тюрьме. Вот он как-то выберет какую-то тактику поведения и как-то себя будет там вести. Причем он будет себя вести, это не скроешь, то есть это как бы открытое достаточно пространство, ну, вот в мире. То есть там бывает человек серьезный какой-то заезжает, а потом говорят, вообще там в петушатнике сразу оказался, отсидел. А бывает люди там, их, знаете, кто не знал, а так достойно отсидели, про них рассказывают, вообще красавцы, просто красавцы. Вот. Поэтому он как-то будет себя вести. Это тоже жизненная хорошая школа. Очень хорошая. Мне, вот для меня был хороший опыт. Понятно, что я как бы как-то себе это представлял, но все оказалось все равно по-другому. Падать духом нельзя ни в коем случае в тюрьме. Ничего ужасного не едят там людей. Ну вот реально, вот смотрите, ну даже вот то, что Сергей рассказывал. Ну, сядет напротив тебя человек 200 килограмм, жирный. И вот так будет на тебя смотреть, психологически давить. Вот напротив меня бы сидел, я бы над ним бы сам бы угорал. Мне бы понравилось. Ну, что, то есть, ты как бы сразу готовишься к тому, что нужно либо успеть ему разочек в челюсть попасть, если вдруг он что-то, ну, перейдет, какая-то ситуация. Ну, не попадешь, ну, он на тебя там сядет, раздавит. Вот, хрен его знает. Ну, я хрупкий, на Эрика сядет, не раздавит. Вот, но вот так сиди, ну сел, и чё? Вот для нормального мужика что такого, что если напротив него легко говорить, когда ты не там? Да я был там больше чем полтора года. Я был там, мне что говорить легко. Причем я был в более таких аховых ситуациях, ну то есть таких прям трындецовых. То есть все, что я вот сейчас пока слышу и понимаю, что происходит, ну ничего ужасного. Неприятно, да, но ничего ужасного. Вот, поэтому я как бы об этом поэтому так спокойно рассуждаю. Я об этом рассуждал, когда там вышел под дом арест, когда там находился. У меня адвокаты все, и кто приходили ко мне, навещали ОНК, там это, они говорят, мы первый раз видим, что человек был в хорошем настроении всегда, потому что я понимал для себя, что как только я буду в плохом настроении, это будет трындец, я сам себя сожру и сам, то есть мне сразу будет плохо, я буду вот адвокатом жаловаться, что блин, так херово мне ребята тут, так ужасно, что вы не поверите.